Всем привет, с вами этот, вы сами знаете кто. Короче, сегодня мы будем перепосещать игры Just Games 99. Поехали. Тут нам предлагают выбрать язык быдла. Так. Ага, охуенно, что вам могу сказать. Просто Тедди рисуешь, вот. Вот я могу нарисовать, к примеру, портрет Джеффа убийцы. Во, юзайте. Следующая игра от этого человека называется Patchy Sandbox. Сейчас посмотрим, что это. Так. Тут нам предлагают выбрать персонажей. Спаун. О, прикольно. Только я прикола совсем не понял. От слова совсем никак не понял, в чем нюанс всего этого дерьма. Ну, но все же. Пиздец. Знаете, ребятки, что чем дальше, тем интереснее. Так. У нас тут Валера Крафт. Так. Сейс Лерч. Вот такая вот фигня. Так, сейчас мы будем собирать чипсики. Вот. Угу. Ага. Батарейка Шрека, класс. Ой, блядь, что это нахуй? Ха-ха-ха, пиздец. No, please, no, please, no, please. Уебать, что это нахуй? Блядь, отъебись от меня, заебав уже. Ебануться. Ага. Блядь, ты можешь отъебаться, чувак? Валерыч, или как там? Кто ты? Валера Крафт, это моя жизнь! Так. Налево пойдешь. Хуй пойми, чего найдешь. Ага. А, ну пиздец, там пляж тупо, и все. Я лучше туда пойду. Ты чё? А ты чё? А я ничего. А вот вам хуй через плечо. Заебал уже. На, лови, блядь. Вот еще игра, без которой я просто жить не мог раньше. И вы правильно поняли, это был мой один из фаворитов. Ага. 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 Ну. Блять. Блять, фу, сука, чуть не подзабыл механику. С Лёхой я-то понял, что там. А вот с ним-то... Но поскольку тут больше обозревать-то нечего, просто пусть меня поймает наш Валера Валерыч или Лёха, не знаю. Лёшевич. Кто помнит, тот помнит. О, GTA Reference.
И вот еще вторая фаза успешной, так сказать, франшизы. Конечно, у игры присутствует хоть какой-то баланс, но он какой-то такой. Просто тупо светить. Есть какие-то... Да, блин! Ну, тупо тут... Тут тупо светить, есть щеколац и... Просто остальные части только на ПК. Ну вот. Вот такие вот у нас пирожочки. Ёбаны. Ну, я думаю, что я папа обозревал все, все игры от Just Games 99A, какие мог. Остальные игры от Just Games 99B идут нахуй. Ибо там однообразная вся хуйня, поэтому нахуй пусть все. Ну, кому понравилось... Знаете, что делать, поэтому пока.